Всем привет, с вами Анатолий, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина «Жар.ком». Я нахожусь в магазине «Фарнак», где изучаю дымоходы и каталог УМК. У МК есть вот такая вот интересная вещь, называется опора напольная. Зачем она используется? Вот бывает вот напольная, а бывает всем известная вот такая. Вот зачем ее использовать? Ну и сейчас и выясним. Она используется вместе с монтажной площадкой. Монтажных площадок куча разных видов. И вот у нас как раз есть эта конструкция. 439-я сталь. Вот такая вот. И опора. И давайте же посмотрим, зачем это все делается. Поедем на монтаж. Из огромного магазина «Фарнакс» мы поедем на монтаж смотреть, почему именно табуретка, а не треугольник. Сейчас все узнаем. Вот монтажная площадка стоит там, где ей место. Держит дымоход. А дымоход сейчас как раз собирается и монтируется вот такая вот печечка, камин, аква. Ну, как это все поставили? Да очень просто. Взяли и отрезали болгаркой ножки. Сделали калекой. Но так и надо калечить эту монтажную площадку. Кстати, заметьте, она сделана из нержавейки 439 толщиной миллиметр. А табуретка сделана из углеродки и покрашена хорошо. Какие плюсы? Ну, первый видимый плюс. Если использовать по сравнению с монтажной консолью в виде треугольника, который крепится обычно к стене. Во-первых, треугольник все-таки на весу. И давит на саморезы или винты, которые здесь. Когда же опора на пол, но это намного прочнее. Во-вторых, как вы видите, дом свежепостроенный, и он будет давать еще осадку. Если использовать треугольную монтажную площадочку, то при осадке будет на излом. Понимаете, ее может вырвать. Есть такое небольшое опасение. А здесь ломаться нечему, потому что опора на пол. Ну и третий момент. Вот именно при таком монтаже, при использовании треугольной монтажной площадки, пришлось бы сверлить бы вот этот вот лист. А это было бы некрасиво. Ну, то есть пришлось бы уродовать красивый лист нержавейки, а так его можно в этом доме использовать вот как зеркало, чтобы там расчесочкой причесаться, к примеру. Вот. Короче, респект компании УМК вот за такую вот опору. Ну, а другим производителям рекомендую взять на вооружение это... Как бы вот так вот, я ни на что не намекаю, я всего лишь констатирую научный факт. Все. Респект, уважуха, почет. Это был Анатолий. Лайк ставьте и подписаться жмите. Ну, МК еще раз респектос.